Привет всем! Вы на канале «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня готовлю вкуснейшую пасту с грибами и фаршем. Она получается такая вкусная, что хочется ее есть каждый день. Попробуйте обязательно, вы будете в восторге. На сковородку наливаю немного масла и обжариваю порезанные грибы шампиньоны. Когда влага от грибов испарилась, добавляю мелко порезанный лук и пассирую пару минут. И затем добавляю 400 грамм фарша. У меня смешанный свино-говяжий, может подойти любой. Наливаю 100 грамм горячей воды, накрываю крышкой и тушу 20 минут на маленьком огне. Через несколько минут открываю и разбиваю кусочки. Они должны оставаться, но небольшими. Через 20 минут добавляю смесь из сухих овощей, перец и соль по вкусу, столовую ложку с верхом томатной пасты и обжариваю несколько минут. Затем кладу чеснок и зелень. Добавляю кусочек масла и вливаю отвар с макарон. И теперь можно попробовать на соль. Добавляю немного соли и сахара. И душистые травки – это розмарин и базилик. И теперь протушу буквально 5 минут и готово. И теперь варю макароны. В подсоленную воду отправляю макароны. У меня спиральки, мне они нравятся больше всего. И варю до состояния альдента, то есть должны оставаться немного твердые. Когда макароны готовы, отливаю в кружку 300 мл отвара. Остальную жидкость с макарон сливаю. И затем макароны добавляю вкуснейшую нашу заправку из грибов и фарша. Ах, какие ароматы стоят! Это же с ума можно сойти! И теперь можно подавать к столу. Ну и пока горячее, посыпаю сыром. Ну и не буду я ждать, пока сыр расплавится, потому что ну трудно удержаться от таких ароматов. Сейчас я попробую. Ну какая же она вкусная, я готова ее есть на завтрак, на обед и на ужин. У нас ее любят все, от мала до велика. Если понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты. Поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях, пусть они попробуют эту вкусную пасту. Всего вам доброго, удачи на кухне, до новых вкусных встреч, пока-пока!